Итак, первый шаг, который необходимо сделать, проверить защиту. Защитите его защитить. И в этом стихе, который мы прочитали, говорится о том, что смело каждому. Я дам себе защиту каждому. У меня вопрос. Что значит? Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Кришнам Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. No!
там привел как бы такой еще приговор, что говорит, мы не можем запретить птицам пролетать у себя над головой, но мы не должны позволять им гнездиться у себя на голове. В этом сессии. Это с позиции, что сделал. Теперь есть другая ситуация. Ты посмотри, как они его сильно обливают грязью. Это о чем-то говорит. Возвращаюсь.